Дорогие друзья, братья и сестры, мы находимся в храме Казанской иконы Божией Матери села Богородского Воскресенского района Нижегородской области. Это храм-памятник в честь победы в войне 12 года, который был заложен в 1817 году помещиком Собакиным, и закончено строительство было в 1838 году семейством помещиков Левашовых. Храм с уникальными крестами, которые сделаны из стекла и металла. Это храм-маяк, как его называют, потому что эти стеклянные кресты сияют на многие километры вокруг, привлекая взгляд путников и людей, которые, например, заблудились в лесу. Здесь идет уже много лет, идут реставрационные работы. Мы находимся в трапезной части, и здесь уже скоро, я надеюсь, смогут начаться богослужения. Но чтобы они начались, необходимо в этом помещении вставить окна. Потому что без окон помещение непригодно ни для богослужения, ни для каких других целей. Вместо окон у нас вставлено сейчас временное такое ограждение. Это доски, и между ними поликарбонат для защиты от птиц, дождя и прочего. Но это, естественно, не окна. Все равно здесь достаточно холодно. Без окон помещение непригодно ни для богослужения, ни для каких других целей. И вот мы обращаемся к вам с просьбой о помощи в приобретении и установке этих окон. Здесь будут проходить не только богослужения, но и просветительские мероприятия, краеведческие встречи. У нас здесь были проведены измерения мастерами по изготовлению этих окон и произведен подсчет. Сумма сбора 490 тысяч рублей. Просим поучаствовать всех, кому важно сохранение истории и духовность нашего народа.